меня выпал четвертый зуб, и мне фея принесла вот такой подарочек. А что это такое? Это какая-то игрушка. Я ни разу не видела вот таких игрушек. Смотрите, сколько пакетиков с сюрпризиками завались просто ими. Вот и тут. Обратите внимание вот на эту куколку и посмотрите туда. Там тоже есть куколка такая же. Она еще подмигивает. Давай посмотрим. Шопкинс, да? Или как он называется? У них в этой серии 6 вариантов. Магазин леденцов, танцевальная студия, сладкая пекарня, цветочное кафе, кафе-мороженое и игровой центр. И тебе достался именно игровой центр. Да, я люблю играть, потому что, наверное, еще я это знаю. Похоже, потому что она мне несколько раз прошла. Я не знаю, как начинать, я не знаю, как тут начинать вообще. Попробуем разрезать. Вот тут блин. Почему из картона нельзя было сделать это? Ну, в принципе, тут мы вообще сделали небольшую дырочку. Придется вот так дальше. Вручную. Зато как классно. Я вывернула. Дальше надо будет вот тут резать. Ну вот, я достала этот мой подарочек. Вот. Я думала, это все с... Ух ты! Я думала, это совмещено, конечно. Но, похоже, это... Смотрите, как сделали такой сюрприз для детей. А дети потом еще говорят: мама, мама, помоги, где, где? Что это такое? Это что-то такое. Наверное, там ключи. Нет, вот, смотрите, тут есть разные. Один, какого-нибудь начать. И вопрос. Открыть. Видишь, что тут написано на английском? Опа. Пожалуй. О, смотрите. Дырочку проделала. Что же там? Нет, нет. И что сердечко. Же? Сердечко. Это брелок. Давай дальше. Сейчас. Ну, как-то так. О! Здесь что? Ух ты, тут куколка! Это вот та, которая подмигивала? Нет? Другая? Ну, давайте сравним. Вот, она похожа на вот эту девочку, только девочка-то подмигивает. Смотри. На упаковке. Угу. Все, тут больше ничего нету в этой части. Здесь ничего нет. А что дальше в следующих? Следующий, пожалуй, вот этот здесь будет. Он типа самый большой или как он самый большой? Не знаю. Ну, кажется, этот. О. Это что, это сумочка? Это ее сумочка? Это что? Это ключик. Ключик. Нашли один ключик. Да, интересно, и только этим одним ключиком все можно будет открыть? Или сейчас все-таки их несколько? Тут что? Еще один ключ. Еще один ключ. Сейчас нужно найти дверь, да, подходящую под эти ключики. Вот, смотрите. Здесь у нас все, больше ничего, да, нету? Смотрите, вот одна дверь, а где вторая? Не вторая. Может быть, она где-то там еще внутри? Нужно открыть ладно, одну дверь. Давайте вот эту. Подбирать ключ, да? Да. Попробуем подобрать. Подходит. Подходит? Да. Дверь открылась? Сейчас. Нет. Нет. Не подходит. Ничего не произошло, да? Попробуем. Другой. Тоже ничего. Так, что-то щелкнуло.
Интересно. Тут что-то есть, но я так хочу открыть, ну как? Вот эта дверь, она по-любому как-то должна открыться. Давайте еще раз. Давайте поищем какую-нибудь дверь. Может, есть какие-то подсказки на упаковке? Нету. Открой, найди мои ключи. Это здесь. Мы с тобой сделали, открыли. Специальное место для запасного ключика на задней стенке. Здесь написано. Нету? Запасной вот ключик. Он. Так. А, это чтобы сюда можно было его приделывать, да? Так это один и тот же, только... Так, значит, вот тут надо работать. Вот как его открыть? Так, что-то щелкнуло как-то. Может быть, в другую сторону? Может, ты его сейчас закрываешь? Что же, ничего не происходит? А что должно произойти? Должно открыться. Может, поглубже как-нибудь засунуть? О! Так. Нет. Нет? Смотри, а то сломаешь, совсем не узнаем, что будет там, что там внутри. Ну, это однозначно ее, да? Домик. Угу. Нет, игровой. Нет. Игровой домик. Смотри. Я мучилась, и наконец догадалась, что надо вот так нажать. Сильнее. Сильнее нажимаем, да? И там. И вот так вот открывается. Да, смотрите. Что здесь есть? Смотрите. Еще один ключик. Еще одно отверстие для ключа. Да? Еще одна замочная скважина. Так, может, тоже надо на нее надавить? Только ты сильно не дави. Покажи, что здесь есть. Это вот такая вот ботиночки такие. Видимо, сюда, да, можно вставать куклам и крутиться. Ну, можно не вставать, а просто вот так. Ну, если для этой куколки, то да. Для нее это будет как... А, она сгибается. О, смотри, еще вот тут вот открывается. Вау, какая красота. Что почему? Здесь? Ух ты! Это все двигается. Это такой кинотеатр, что ли? Или что тут? Сиденье? Какое сиденье? Вот здесь вот сиденье. Да, наверное, гостиница. Тут вот можно посидеть, покушать до кухни. Так. Угу. Дальше что? Это как открывается. О! Дверь, да? Да. А здесь тоже есть дверка? Да. Вот. Лесенка, да? Угу. И это типа в шариках она тут купается, да? Все, приняла душ. Закрылась. Спасибо, дверки. Тут тоже. Что здесь? В этом помещении, в комнате? Ну-ка, это что? Это часть. О! Это что такое? Это, видимо, такая штучка аттракционов. Это да? Лифт, мам. Лифт? Да. А, я поняла, чтобы сюда подняться, да. Ей нужно смотри. На эту платформу встать, смотри. Подняться. Как все продумано. Я думаю, как она из этого помещения сюда может попасть, да? Угу. А вот оказывается все как. Только вот эти штуки мешают, единственное.
Что мешает? Вот эти. Вот кровашки типа. Ну ладно, закрываем наш домик. Готово. Осталось только на ключик. Оп, готово. Интересно, зачем эти дырки? Смотрите, вот тут вот еще есть магнитик. Зачем он? Вопрос только. Может, еще что-то есть в этих коробочках? Нет, ну тут окончательно пусто. Вот. Просто пусто. Все? Да, а вот так вот он выглядит без... с ключиком вот так вот запасным. И не в коробочках. Mm-hmm.